Закурили трубку мира, табак отличный. Ровно 63 года назад, 13 июня 1955 года, была отправлена знаменитая зашифрованная телеграмма. С этого дня началась алмазная эра Западной Якутии. Подписавшие ее геологи Юрий Хабардин, Владимир Авдиенко и Екатерина Елагина открыли кимберлитовую трубку мир. Все участники экспедиции были удостоены Ленинской премии, а Елена Елагина получила статус почетного жителя поселка Мирный и диплом первооткрывателя месторождения.